Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Робзи. Добро пожаловать в Буга-Вуга! Тьфу ты, ёлки! Какой Буга-Вуга? Биг Буга-Дик! Это игра от разработчиков Буга-Буга. И сегодня, ребята, мы будем с вами изучать глубины вот этой вот ямы-дырки. Что это такое? Мы с вами будем покупать какие-то топовые пушечки и улучшать своего друга. Сейчас у меня, вот видите, со мной бегает мой дружище. Это его зовут Борис Улитыч. Борька. Этот Борька у меня уже давно. И он немножечко устарел. Давайте мы, ребята, сегодня с вами купим нового себе дружка. Так, посмотрим, что у нас есть за дружки. Вернее, пэтсы. Так, у нас есть всякие тут эти все. Это все мелочь, мы их пропускаем. Так, где же? Вот, у меня вот такой. Вот. О, смотрите, лунный кот этот. Как его? Улиточка. Лунная улиточка. Ну, это для нас дешево. Так, это 11 миллионов. Да ладно. Не-не-не-не-не-не-не. О, 20 миллионов. Не, друзья, не хочу я покупать. Давайте лучше мы купим сейчас себе Кирочку. Я тут немножечко подфармил. Вот на вот такую Void Peak. Отлично, ребята, мы ее взяли. И давайте возьмем себе рюкзачочек. Вот тоже такого же типа. Будем модниками. Брать все в цвет. И Void Bug. Взяли Void Peak. Ох, смотри, какой. А, у него какое-то еще излучение черное. Ничего себе. Ребята, я тут вчера полночи копал эту карту, чтобы набить эти 20 миллионов. И потратили мы их за пару секунд. Ну что, ребята, мы сегодня должны еще улучшить нашего Борисыча. Взять какого-то нового друга. Давайте отправимся на поиски клада. Ну как? Ух ты, ёшки, смотрите, что она делает. Я могу вот так вот делать. О, обалдеть, смотри, что могу. Ребята, смотри, да это же меня же реально штырит. О, еще и карта обновилась. Ха, тем более круто. Так, будем сейчас брать норочку, которую никто не будет использовать. Мы сейчас вот... Пускай они все уходят. Уходите. Они что, преследуют меня, что ли? Нет, не надо. Я хочу вот сюда. И полетели. Смотрите, как... А ну-ка, как мы быстро будем копать? Ничего себе. Смотри, что могу. Так, у меня рюкзачочек на сколько? На 2 ляма. На 2 ляма песка. Вот, я как и знал, что ко мне кто-то спрыгнет. Все-таки, давайте я сейчас вот так уйду от него. О! Вот сюда, все, теперь вот сюда ныкаемся. И снова сюда. Ха-ха, смотри, маневры какие. Фига, смотрите. Да он что за мной? Ребята, он преследует меня. Это какой-то маяк, насильник. Так, уйди от робота. Боже, капец, вот это он быстрый. Вы посмотрите, что творит эта Кирочка. Так я же сейчас Борисыча обновлю за пару минут, ребят. Вы можете себе такое представить? В общем, ребят, игрушечка такая довольно-таки прикольная, но фармить здесь мне пришлось очень долго. Я не знаю, насколько я быстро смогу нафармить с вот этими новыми пушками. Сколько там стоит наш новый друг? Наш друг новый 20 миллионов. Столько же стоит, сколько эта пушка и рюкзачок вместе взятые. Так, мы с вами прокопали 275 блоков. Обалдеть! Да он просто какой-то нереально быстрый. Так, ну мы сегодня должны... А, вот полосочка заполнения рюкзака. Да, кстати, ребята, здесь есть вот, как видите, такие песочки... Как они называются? Такой богатый песочек. Дорогой песочек, в общем, ребята. Он такой желтенький. И он копается в 3 раза лучше, чем обычная земля. То есть, если, например, я одним тычком вот этой вот Кирочкой... Сколько мы копаем? Ага. Где-то в районе 2 с чем-то тысячи. Ну, 2000 дает кирка, и чуть-чуть дает наш Борисыч. Борис Улитыч. В общем, ребят, и мы покупаем новую Кирочку, и она будет больше копать. Но мы сейчас этого делать не будем. Борисыч нам улучшает Кирку. Я забыл, что я хотел сказать, ну и ладно. Так, мы, в общем, дальше копаем. Мы прокопали уже почти 450 блоков. Вот. Вот песочек. Его очень выгодно копать. Да, вот что я хотел сказать. Если мы копаем обычный песок по 2000 за капульку, то этот песок мы копаем по 6000 за капульку. В общем, он крутой. Этот песок нужно находить. Особенно его хорошо находить на красной земле. Сейчас мы дойдем до красной земли и будем там уже реально обогащаться. Мы уже выкопали 650 тысяч песка. И это довольно-таки немало. Нам нужно будет всего лишь-то накопать 20 миллионов. Но у меня, так как у меня второй уровень... Ну, вернее, это здесь называется реберст. Здесь это уровни. У меня один реберст сделан. Я больше не захотел делать, мне это достаточно. Мы сейчас накопаем... полный рюкзак, это будет 3 миллиона, если мне не ошибает память, потому что дает 50%. Сейчас мы, ребята... То где же эта красная земля-то, ёшкин-кошкин-то? Так, смотри... Ты смотри, у него такой же Борисыч, как у меня. Эй, слышишь? Ты зачем Борисыча моего скопировал? Я сейчас куплю себе черного такого... Борисыча, скажем так, из антиматерии. Так, боже, он как...
Че ты за мной лазишь тут? Вот людям не имется, а? Ты посмотри, что делает. Весь кадр портит. О, ребята, красный песок. А теперь здесь нужно искать, как его называется, дорогой песочек. Вот как только мы найдем, и вот видите, этот песочек по 30 тысяч плотности. Если мы найдем дорогой песочек, ой, там плотности будет довольно-таки много. Ну-ка, где же он? Ух ты, ё-моё. Смотри, как вот эта кирочка хорошо работает. Я вот только ее купил, а мне она уже нравится. Мы уже 1,5 миллиона песка выкопали. Вот это у нас производительность выросла с этой кирочкой. Так мы так и до самого дна сможем дойти. Хотя вряд ли. Так, 1,5 миллиона. Копаем дальше, ребят, с вами. Ох ты, ё-моё. Давай. Где же дорогой песочек? Да что ж я все в холостую. Борисыч, а ну, давай. Нюхом. Говоришь, вот здесь вот, да? Ну-ка, Борисыч, он мне сказал, что здесь песок. Слышь, Боря, ты меня это, обманул. Значит, где-то вот в этом районе. Сейчас мы вот тут раскопки проведем. Борисыч же ж не мог ошибиться, ребят. Как думаете? Мне кажется, меня Борисыч подвел. Он сказал, что здесь песочек. Ты смотри, Борисыч был прав, а вот он и песочек. Сколько у него? 300 тысяч? Ничего себе. О, мы заполнили рюкзачочек. Да, смотрите, сразу 3 лямчика. 3 лямчика мы подняли. В общем, ребят, у нас сегодня с вами задание купить нового себе улитку. Стоп, это не моя яма. В смысле, а где моя... Ребята, где моя яма? Вот это моя яма? Или вот это? Вот это, походу, нет? Так, а где моя яма? Где моя яма, ребят? А, вот она. Ой, фух, я уже думал, ямку потерял. Я тут себе такую песочницу разрыл. Так, мне нужно вот этот выкапывать. Смотрите. Ой, хорошо. Просто летит. Смотрите, летит песок. Опа. Борисыч, ты не подвел. Молодец. Видите, как? На нюх нашел. Ну что, ребят, давайте дальше копнем. Посмотрим, может, еще будет песочек. С этим песочком мы быстро себе поднимем. Поднимем топовые пушечки. Вернее, топовую улиточку. Так. Ну, в этой серии, ребята, мы топовую улитку покупать не будем, так как она стоит 50 миллионов. Мы просто закопаемся ее копать. Именно закопаемся. Так, сколько у нас сейчас осталось? Так, 400 тысяч песка. Так, нам нужно дорогой песок находить. Что это? Что-то мне вообще не фартит. О, дорогой песочек. Смотри, как я могу. Опача, понеслась. Мы с одной кучки закопаемся пол рюкзачка. Оп. Смотри, как быстро могу. Вот это да. Боже, ты как кролик. Кролик Робзи. Так, ну-ка. Хорошо, идем. Ребята, я не знаю, сколько мне еще копать. До дна. Кстати, кто знает, на какой глубине здесь дно? Я бы хотел здесь до самого дна докопаться. Скажем так, до дна Роблокса. Хотя дно Роблокса я уже давно пробил, но... Хочется узнать, какая здесь глубина у ямы. Так как здесь яма, видите, ограниченная. Это не так, как в майнинг-симуляторе там, или в симуляторе песка. Там яма безграничная, там вот эти края, они расширяются автоматически. А здесь, как видите, разработчики сделали яму. Говорят, копайте. Копайте, яма расширяться не будет, копайте сколько хотите, но она больше не станет. В принципе... О, песочек. Песочек, это песочек. Песочек я могу, песочек я хочу выкопать. Итак, ребята, мы еще покопали минуток 10, так? И, кстати, кто не знает, здесь такой лайфхак есть в этой игре. Нажимаете левую кнопочку мышки, нажимаете Escape, потом отпускаете левую кнопочку мышки и убираете Escape. И все, дальше вас персонажик просто копает. Но это так, небольшая фича в этой игре. Сейчас мы докопаем полный рюкзачочек. О, опять дорогой песочек. Мне очень сильно, ребята, везло на дорогие пески, поэтому я за 10 минут, в принципе, смог нафармить 20 миллионов. Так, ну и, кстати, да, у меня есть один реберст. Сейчас мы забьем себе рюкзачочек. Мы уже, в принципе, можем себе покупать нового Борисыча. Так, сейчас вот дорогой песочек выкопаем. Видите, по 250 тысяч тут его, этого песочка. Мы сейчас быстренько забьем наш рюкзачочек. Осталось вот буквально четвертиночка. Так. Мне тут какой-то пацанчик помогает. Так, ребята, и как видите, мы уже добрались до 805 блока. Давайте-ка мы, ребята, сейчас купим Борисыча и копнемся до 1000 блока. Возможно, мне такое ощущение, что это будет как бы самое дно этой ямочки. Так. Да, 20 миллионов. Вернее, 2 миллиона мы продаем. И у нас 20 лямчик. Идем покупать. Так, ну что, давайте мы прощаемся с нашим Борисом Улитычем. Ну что, Борис Улитыч? Ты мне служил верой и правдой. Ты был хорошим другом. Пришло твое время. Будет смена. Время молодых. Так. Берем молодого себе улитыча. Где он? О, вот шелест. 20 миллиончиков. Покупашки. Смотрите какой. Теперь у меня черная кирочка. Черный такой вот
рюкзачочек, сумочка, не знаю, что это у нас такое, вот, коробочка. И такой черный улитыч. Это у нас будет Богдан Борисович. О, это его сынулька. Кстати, ребята, никого, не хотел никого обидеть, ни Борисов, ни Богданов. Это чисто вот выражение, я решил назвать так всего улиточку свою. Давайте, ребята, сейчас мы с вами с вот этим новым улитком попробуем копнуться до тысячного блока. Так, нам осталось буквально здесь чуть-чуть. Ого-гошеньки. Так, поскольку мы копаем по 4000 за... О, по 4000 за капулю. Ничего себе, нас усилил этот улиточ. Так, ребята, давайте сейчас мотнем и остановимся на тысячном блоке. Надеюсь, я успею до того, как обновится карта. И погнали. Итак, ребята, мы с вами докопались с вами уже до 985 блока. Давайте посмотрим, ну что, будет у нас конец, финиш, скажем так, на тысячном блоке. Или все-таки эта яма будет намного глубже. И напишите в комментариях, кто докапывал до конца этой ямы. Мне интересно, какая здесь все-таки глубина этой ямы. Так, сейчас мы проверим. Еще 8 блоков, ребят, 8 блоков. И мы посмотрим, есть ли здесь конец у этой ямы. Так, 995, 996, отлично. 997, 8, ну-ка давай, Робзи, 1000. О да, ребята, да, все-таки конец карты в этой существует. Мы его докопали. Это тысячный блок, это финиш этой карты, ребят. Ну все, в принципе, можно выбираться наверх, продавать наше добро. Вот, в этой серии мы хорошо потрудились, просто невероятно потрудились. Мы набрали еще 12 миллионов. У нас новая кирочка, вот такая вот крутая, вот такая, не знаю, какая-то темная материя какая-то. Из темной материи рюкзачочек и Борис. Ой, какой Борис? Богдан Борисович у нас. У нас Богдан Борисович, новый улиточ у нас. Так, посмотрим, что у нас есть. Что у нас есть еще здесь интересненького? Так, шоп. Заходим в шопчик. Шопчик, давай открывайся. Вот. Бэкс, давайте, ребята, если мы наберем еще, давайте, 500 лайков, мы продолжим с вами копать, купим вот этот вот красненький рюкзачочек за 18 лямчиков, так, потом копатку, где она, где здесь копатка, мне нужно копатку посмотреть, ну-ка, да, копатку, купим вот эту копатку, за сколько, за 40, ну, допустим, и что у нас еще есть, и вот такой вот новый сверх Борисыч. За 50 лямов. В общем, ребята, если набираем 500 лайков, я снимаю еще серию. Будем копаться до самого дна. Попробуем с новыми пушками, насколько быстро мы сможем докопаться. А на сегодня я заканчиваю. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, приятного просмотра и всем покедова!